Всем привет! Я сегодня буду жарить эту рыбку, это камбала. Жарить буду на сковороде. Рыбка получается с такой очень вкусной, хрустящей, золотистой корочкой и очень нежная внутри. Камбалу я люблю покупать среднего размера, которая делится на 2-3 части. Ну вот это будет на 3 части. Посуду разбиваю 2 яйца, взбиваю и ложу щепотку соли. Также муку, здесь 4 столовые ложки, тоже также щепотку соли, чуть меньше. Также размешиваю саму рыбу, я не солю. В сковородку разогретую наливаю растительное масло. Затем рыбку сначала обваливаю в муке, потом в яйце, заново опять в муке и ложу на сковородку. Жарить я буду рыбку не менее 20 минут, по 10 минут с каждой стороны, в зависимости от того, как она покроется корочкой, но не меньше 20 минут. Если мука у вас быстро израсходуется в процессе жарки, будете добавлять, не забывайте солить, подсаливать. Рыбка моя готова. Получается с такой золотистой, хрустящей и очень вкусной корочкой. И очень нежное белое мясо у нее внутри. Так она выглядит внутри. Готовьте. Блюдо очень просто. Готовится очень просто. Быстро. Я думаю, что вам понравится. На сегодня это все. Если понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Канал у меня называется «Домашние дачные хлопоты». Благодарю за внимание. Всего доброго.